Всем привет! В этом видео поговорим о том, что российский газ из Северного потока устремился в Азию. Хорватское издание «Геополитика Ньюс» сообщило о том, что энергетическая игра, затеянная брюссельскими чиновниками против России, становится слишком опасной для Европы. За бездумные действия Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен приходится все больше платить всем странам Европы. При этом в скором времени цены на все энергоносители станут неподъемными. Произойдет это вследствие искусственного выдавливания России с энергетического рынка Европы. По мнению хорватских журналистов, европейские чиновники прогнулись под натиском американской администрации, главной целью деятельности которой является установление контроля над газовым рынком Европы для возможности получения баснословных доходов с него американскими газовыми компаниями. Поведение европейских потребителей рассердило российское руководство, которое решило в итоге проучить европейских чиновников, организовав для всей Европы энергетический кризис путем остановки поставок газа по Северному потоку. Теперь европейским чиновникам приходится большую часть времени тратить не на выдумывание новых бесполезных антироссийских санкций, а на то, как выбраться из энергетической ямы. Пока, к слову, это скверно получается, выбраться со дна не удается. А в это самое время «Газпром» отчитывается о рекордном росте поставок газа в Китай на 65% в текущем году и о перепрофилировании инфраструктуры, созданной при строительстве Северного потока, под производство жиженного газа для его последующего экспорта в Азию. Практически одновременно с полной остановкой поставок газа по Северному потоку «Газпром» сообщил о направлении первого газовоза «Псков» со жиженным газом с терминала на берегу Финского залива. Российский газовоз отправился в египетский порт Саид, откуда он через Красное море двинется в сторону Азии. Еще один газовоз «Великий Новгород» готов принять такой же груз и перевести его потребителям Индии. Указанные события, по мнению хорватских журналистов, свидетельствуют о том, что Россия готова к энергетическому противостоянию с Европой. Европа в битве с Россией на энергетическом рынке обречена на поражение. Играть против страны, имеющей на руках козырных тузов, глупо. Европа хочет к 2027 году избавиться от российской энергетической зависимости, обменяв ее на американскую газовую зависимость. Американская газовая зависимость обойдется Европе в несколько раз дороже российской. При этом Россия получит взамен стагнирующего европейского перспективный и быстро растущий азиатский рынок сбыта энергоресурсов.